Арест Адамович Кипренский, один из самых выдающихся мастеров 1/3 19 столетия, золотого века отечественной культуры. Он первый вынес имя русское в известность в Европе, писал о коллеге художник Александр Андреевич Иванов. В творческом наследии Кипренского имеются композиции жанрового, исторического и аллегорического характера, натурные зарисовки, эскизы на библейские темы, пейзажи, гравюры. Однако наибольшую славу Кипренский снискал как глубокий, проникновенный и одаренный портретист эпохи романтизма. К числу лучших его работ можно отнести автопортрет, написанный в 1828 году перед отъездом в Италию. Известный скульптор Самуил Иванович Гальберг вспоминал, что Арест Адамович Кипренский был среднего роста, довольно строен и пригож, но еще более он любил прихорашиваться, рядился, завивался, даже румянился, учился петь и играть на гитаре. Облик Кипренского, одетого в модно красно-зеленый полосатый халат, архалук, действительно не лишен некоторой щеголеватости. Звучность цвета и блеск ткани достигаются благодаря умелой работе живописца с красочными слоями. Прозрачные лессировки нанесены краплаком по бледно-розовому, а изумрудно-зеленые цвета положены на теплый и светлый подмалевок. В руке художника рейсфедер, традиционный атрибут рисовальщика. По сравнению с написанным 8 годами ранее одухотворенным и эмоциональным автопортретом, в котором воплотилось образцовое романтическое представление о художнике, как об избранном носителе творческого дара, в произведении 1828 года усилены реалистические черты. Пристальный, проникающий в душу взгляд Кипренского дает возможность почувствовать в мастере тонкого психолога, умеющего разглядеть и воплотить в портретах внутренний мир модели.